Привет, ребята, привет, девчата, с вами Анатолий, барыга печами и дымоходами из интернет-магазина «Жарпарком». Я нахожусь на стенде первой вятской печной компании, меня тут парочка печек заинтересовала сильно. Но начнем, давайте сделаем сначала ролик вот про эту печку. Это печь? Это печь серии ТОП, то есть глубина, печка изготавливается полностью из трубы толщиной 6 мм. Данная моделька изготовлена в премиум варианте со стеклом 260x340. Вот такая вот стеклышка. Предтопочный тоннель у нее идет приставной. То есть сначала вы смонтировали предтопочный тоннель в эту стенку, потом уже, как говорится, вставили печку. Если мало ли у вас лага там или еще что-то не совпало по печке, то есть вы ее можете подвинуть влево, ну, назад, вперед. Давай посмотрим топку. Так. Немножко открывайте, топка полностью изготовлена из трубы. Давай рамку снимем, а то она мешает нам сейчас. Давай, дверку напрягаешь. Ага. Так, интересно, я такого не видел. Ух ты, так, посажено все на рамку. Это здорово. Слушай, а вы с использованием уплотнительного шнура ее ставите? Можно сделать с использованием уплотнительного шнура, но на данный момент, он у нас есть, но мы его не делаем, так как никто не просит, никто не жалуется по поводу уплотнительного шнура. Скажи, пожалуйста, это шотер-робокс? Это шотер-робокс, да, 4 мм толщины. А еще вопрос. Я вот первый раз вижу, что здесь вот так вот сталь используется. Она при нагреве не даст там раскалывание стекла, нет? Нет. Прям вплотную она стоит, нет? Каждую печку мы испытываем сами у себя на заводе. То есть непосредственно у нас перед тем, как выйти в продажу, мы ее испытываем, топим неделю-две и смотрим уже, какие есть нюансы, что еще. Так. Прикольно. Колосник. А это система... Это чтобы стеклышко не запотевало и не зачернило его, здесь идет приток воздуха. Так. Что у нас представляет собой топка? Топка у нас идет из трубы толщиной 6 мм. На задней стенке варится отбойник. То есть вверху идет отсекатель, то есть чтобы это был не приток. Отсекатель идет толщиной 8 мм. А в задней части стоит это защита или это зажигатель? Это отбойник. Отбойник, да, защита. Это чтобы, защита, чтобы задняя стенка до красна не нагревалась. Слушай, а труба такая красивая какая-то, без коррозии. Это специально выставочный образец или это новая труба? Нет, у нас все трубы новые. Здесь ГУ трубы не делаем. Так, вот это вы грамотно, я считаю, сделали. Тут шов снизу идет, там, где будет лежать зала, то есть по вот этой вот части ничего, прогара не должно быть. Ну что, сварка хорошая, колосник чугунный. Так, давайте посмотрим, что сверху. Сверху я вижу прям вот... Сверху у нас идет... Я такого не видел. Закрытая каменка. То есть она идет съемно, и здесь уже идет открытая каменка. То есть на данную модельку можно либо справа, либо слева установить съемный теплообменник. Вот он выглядит вот так. Вот, то есть его можно вставить в топку, чтобы повесить бак на стену, к примеру. Данный теплообменник изготовлен из пищевой стали 304. Также можно сделать либо из черной стали, либо из 430 AC. Слушай, вот это вот устройство, оно прямо тут килограмм 15 камней влезет. Сюда коробка влазит, мы уже измеряем. Ну, 20-килограммовая. Да. Интересная вещь. Она съемная? Да, она съемная, то есть ее можно поставить на эту сторону. Да ну ладно, сейчас. Ух ты, это нержавейка, что ли? Да, это нержавейка, то есть здесь вы видите у нас эмблема наша, что ли? Вот мы установили ее на эту сторону. Погоди, то есть сюда можно раз и две таких поставить? Можно две заказать, конечно, они у нас отдельно. Вообще класс! То есть пар выходит, то есть вы сюда открываете, поливаете и...
пар выходит. Так вот. Это для более горячего пара, то есть... Отсюда, а если вы перелили ее, то вот водичка отверстие вытекает на камне. Не будут оставаться на этом. Так, ну осталось узнать название пещер. Это топ-6 премиум. Топ-6 премиум. Однако. Эта серия топ, то есть они начинаются топ-3, топ-4, топ-5, топ-6 и топ-7. А на какую кубатуру рассчитана? Это до 40 кубов. До 40 кубов. Начинаются они от 20 кубов, 30, 40, 50. Очень прикольно, очень. А вот это вот для сюда того, вставляется чтобы... съемный теплообменник. То есть это выкручивается, вставляется теплообменник. Вот здесь тоже вот это убирается, то есть откручивается, достается сюда, вставляется теплообменник. И оно же является прочистным отверстием. Конечно, хочешь да. справа прочищай, хочешь слева. Прикольно, слушай, ну отличная конструкция, мне нравится, оригинальная, я такого еще не видел. И дрова сюда здоровые можно. На данной печке глубина топки составляет 580 миллиметров. Охрененно. Ну, самая большая идет 650, она изготавливается, это топ-7, она изготавливается из 426 трубы. Слушай, толщиной 8 миллиметров. Спасибо огромное, очень прикольно сделано. Ну что, понравилось, ставьте лайк. Не понравилось, дизлайк. И красную кнопку подписаться. Ссылку на сайт компании внизу приоттачиваю. Йоу.